И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, пошли. Тут темно, блин. Тут мелкие роботы должны быть, по идее, где-то. Так, надо сначала свет запустим. А потом все остальное. Здесь должен быть ящик этот. Куда можно все хлам поскидывать. У меня столько всего. Жалко выбрасывать. Вот тут. Бункер-то не маленький. Странно, что роботов нет здесь. То в смысле ты не можешь там ножку пробить? Так, ты ж как бы вроде бы... Блядь, как мало патронов в этом говне, а? Кушали, но не успели. Так, надеюсь, он там справится сам без меня. Должен. У него выбора нет. Так, что это большое? Мне не сюда надо. Мне надо эти генераторы хочу запускать. Блин, фига тут. Лабиринт целый. Это я понимаю. Опа. Мелочь. Генератор. So far, no trace of any living person. Отлично, он все живой. I don't like this at all. Мне кажется, всем это не нравится. Надо... Вот еще этаж есть нижний. Возьму, раз пока попалось. Так, это не генератор. Совсем не похоже. Но... Бегать я все еще могу. Вот хорошо. Еще ниже, блин. Ничего себе. Это бункер, так бункер. Ничего не скажешь. Так, мелкий где-то. Ух, тут не только мелкие. А чё мы не попадаем? Да как ты... Мажешь. Заряжай давай быстрее. Дай мне другую винтовку. Ай. Все? Ой, здоровье, прям вообще кот наплакал. Думаю, хватит. I've located the command center. Going in. It's completely empty too. I repeat, the whole bunker is empty. Do you copy? Over. Весь бункер говорит пустой. Then it's just us who are left. For all we know, everyone else is really gone. Ой. Еще один. Блин, мелкий говнюк. Да серьезно? Еще есть. Да елки-палки.
Ну что ты упираешься вечно? Дробовик — это хорошо. Чите. Алло. Там лежала пушка. А, это она от робота сейчас отвалилась. Ну ладно. Так, вот и генератор. Никого тут? Запустим. Hey, the power's back. Good work. Get back up here and join me in the command center. Over. Хорошо, сейчас вернемся. Подожди, пока тут теперь можно осмотреться уже по-нормальному. Можно только бутинки не брать, это, а можно вот это. Вот это взять. Так, ну теперь есть электричество, должно все включиться, по идее. Те двери, которые я не мог пройти, должны уже быть открытыми. Вот эти, например. Это у нас тут такое. Так, ну патрончики берем обязательно. Не знаю, что там. А, вот тут у них припасы. Консервы там были. Это нам пригодится. Это что, тут резервуар с водой, что ли? Наверное. Скорее всего, резервуар с водой. Такой большой. Ну, блин, тут воды хватит, но очень надолго. Это факт. Так, ты недостаточно полностью здоровье восстановил. Так, я тут уже забрал патрончики, а тут больше ничего и нет. Ага. Никого, это хорошо. Слышу, слышу. Новенькие появились. Бля. Пистолет это уже, по-моему, не актуален вообще. Ой-ой-ой. Ладно, попробуем. У меня патроны вроде бы есть. Да блин, в стенку стреляешь. Ай-ай-ай. Ну перезарядку давай. Хотя бы два раза. Да как так? Еще что-то есть. Мелочь, наверное, какая-то пузатая. Да, вон он. Ой. Ты же попадал вроде, не? Блин. Еще что-то есть. А, вон. Защиту себе придумали, а? Мелкие козлы. Чем-то прикрываются. Так, все, пошли. Вообще-то здесь очень много контейнеров.
Серьезно, прям комната целая практически. Мебель привезли обустраивать базу. Ну что-то, ну что-то пошло не так. Ё-моё, и туда можно пойти, и сюда. Че это? Чего? О, берем. Патрончики, конечно, какие-то появляются, но, блин, так мало всего. Дымовой снаряд. А это то все, это нам не особо надо. Блин, туда можно пойти, сюда можно пойти. Вон там еще какая-то дверь. Посмотрим, что за дверь. Вентиль. Еще одна дверь. О. Это уже на офис похоже. В смысле офис этот. Школа? А, нет. Столовка вообще. Берем все, что лезет в карман. А лезет в карман много чего. Еще патрон так 9 миллиметров. Взрывчатые эти. Вот, короче, порох. Так, это я отсюда выперся. Туалет. Стоп. А здесь ничего. Ну ладно. Еще ниже, да ё-моё. Административное здание. Кладовочка в кладовочке, ничегошеньки, ладно. Дробовик пойдет. Так, пока подожди с первым. А, я уже бегать не могу. Я уже наултался, что не могу бегать. Ну, в столовой тут ничего не найдешь. Это для офицеров, что ли? Больно сильно хорошо сделано. Как для солдат. Так, давай, открывай. Брифинги тут проводят, всякую ерунду. Ладно, тут уже ничего, походу, нет. Что такое большое помещение? Казарма. А, нет, медицинский этот вот. Блок. Ну, оружие мы здесь не найдем. Значит, не надо идти в оружейку. Ну, очевидно, она тут должна быть. Так, надо что-то выкинуть. Так, здоровья опять мало, да? Тимусу 6 не пойдет. Дробовик здесь, по-моему, больше пригодится. Так, спустимся вниз. Да ютить, сколько тут помещений. Так, это туалет, а мне туда не надо. Ну, один откроем, посмотрим. А, все-таки тут есть что-то. Стрелы надо будет выкинуть. Дышевые. Вот это казарма уже. Но в казарме тоже мы ничего не... Ну, оружие? Неужели? Так, что это магазин для... Расширенно наберем, конечно. Жалко, что там другого нет. В смысле, оружия самого нету. Блин, а я уже надеялся, что тут что-то есть, а вот и нет. Ну, это же еще не все комнаты, так что.
Бля, обалдеть, сколько тут всего. Еще есть такой ящик большой? С запчастями, бля, ничего нет. Увы. Еще казарма. Ну, в смысле казарма. Кубрик. Я ничего не возьму, а то мне не надо. Если у вас большой ящик такой. Ну, серьезно. Дайте, дайте мне оружие. Нормальный автомат хотя бы. Хотя автомат у меня там есть. Ну, только надо взять. Ладно, здесь ничего нет. Ну, патрончик от патрончиков не отказываемся. Само собой. Еще одна такая ерунда, и тут ничего. Блин, да что ж такое-то? Все, да, тупик, тупик. Тут я был, тут я был. А вот тут вот не был. Туалет, а там есть что-то нету. Душевая. Так, во. Есть ящик такой большой там, ну блин. Так, а вот, ну хотя бы это. Нитки возьму только. Адреналин мне ваш даром мне нужен. Карты играли. Блин, ничего нет, а? Прям вообще ничего. Так, раздевалка, в смысле это. Нитки. Пожалуй, возьму. Так. Патрончики. Патрончики вещь нужная, конечно. Ничего не скажешь. А здесь ничего. Ну, блин. Блинский ёж. Так, ниже входа нету. Что это? Еще два патрончика. Ни много, ни мало, но целых два. Все, по-моему, да? Я тут везде был. Все двери открыты, настежь, да. Ну, ладно. Шли наверх. Туда, куда нам предлагает идти, блин. С самого начала-то я выкинул. А идти, да... Показалось, что это робот, но нет, это не робот. Блин, вот там что-то есть. Типа выход. И куда же это выход? На поверхность. Так это с другой стороны, наверное. Не, мне туда пока не надо. Так, тут еще какая-то вон дверь есть синенькая. И не синенькая. Вообще ничего нет. Ну ладно. А что у нас за синенькой дверью? Еще одна раздевалка. В смысле, душевая. Мне вот сюда надо. Так, еще одна дверька. Радар, что ли? Похоже, по крайней мере. Так, во. Что-то я подобрал. Какой-то чертеж. Схема. Командный пункт. Дверь можно и закрыть. Иду, иду. Vestlan Command is MIA. All we have is their war board.
This is what the Swedish army uses to plan our military operations and monitor the current situation. This war isn't over. You and me, we're going to pick up where the army left off. We'll find the recent hotspots and go there to push back the enemy. Sounds good. We'll keep exploring, and hopefully we'll find some answers somewhere. Find our loved ones, and understand what those machines are. That's our only option anyway, right? Так, во, наконец-то. Наконец-то я могу сбагрить что-нибудь. Так, вроде как выложил. Ну, мне хоть что-то, кто-то известно, хоть что-то из этого. Недоступных, недоступных. Так, 10% просто стоимость. О, а могу сделать? Недоступных всем, серьезно. Дерево съем. Купить, а за что? У меня нет никаких очков. Да, это те же самые очки, ё-моё. Сопротивление пулям, блин. Черта я не могу, что это? Это переработчик, да? Станция переработки. Наушники. Опа, здрасте. Какого качества? Никакого. Урон вообще копеечный. А сколько у меня на него? А, так он использует же самое 762. Нет, спасибо, лучше винтовку буду стрелять автоматом. Тем более, ну что, хренового качества. Можно разобрать ее. Так, что не то. Вот она, вот это можно разобрать. Пластмасса, то все. Вот эти материалы надо бы тоже вы, наверное, выложить. Так, разобрать на ресурсы. Так, где этот ящик сейчас? Я сложу все барахло. У меня материалов, кстати, очень много здесь. Это все. А пластик куда девается? Странно. А пластика это все ерунды нету. Ладно. Так, куда ты меня посылаешь дальше? Чтобы что-то поговорить можно? Или уже нет? Или что нет? Так, нам вон куда-то, вон туда. На второй этаж, что ли? В смысле, или на улицу? А вот. На карту можно глянуть? Так, ну сюда, наверное. А, да. Я здесь был. Робота твоего лутал. Это какое задание-то? Помощь. Кому там помогать-то? Где это? Кстати, тут не был. Закрыто, блин. Как назло, все закрыто.
Это просто антенна. Строительные блоки. Давай выбьем. Так, куда там, блин? Убрать метку. Ну, сюда можно поставить метку. Во. Спасибо. Где-то внизу. Еще там интересно внизу. Тихо. Точно вернешься. Вау-вау-вау, тихо. Может, по парку курить получится или. Нет! Не получится. Маляха. Ага, ой, нормально. Как раз я пришел куда надо. Так, патроны, говоришь? В смысле? Нету ничего. Что это? Поручение. А как тебе использовать-то? Тут только отмена есть и все. Так, зажмите сюда, чтобы на награду. Ну да. Все не совсем понятно. Поручений никаких нет. Ладно. Навернулся я жестко сверху. Блин, ты еще отсюда не вылезешь. Не, нормально. Так, пошли на выход. Хоть куда-нибудь. Так, это у нас выход, да? Да. Еще выход. Сейчас выйдем на улицу, по идее. Сама открылась. О, вот здесь вот мое тело не валяется. Нет. Так, еще карта. They got reports of the machines building something in the farmlands. I don't like the sound of that. Машина, говорит, что-то там строили. That sounds like the machines are really taking over, even more than they already have, I mean. Kid, could you check this out? It seems like the soldiers that were sent from Westland to investigate this never reported back. Maybe you can pick up the trail at the church where they were supposed to meet the other soldiers. Let's hope they manage to find out more. Может, вызвать себе мотоцикл все-таки? А можно мотоцикл, пожалуйста? Ну, спасибо. А какой он весь? Да ладно, пускай этот будет. И где? А вот он. Я еще никогда не ездил так заправить топливо. Я весь топливо выложил, я молодец. Робот, слазь быстро. Собачка. Ну-ка, пистолетик. Окружает. Ну-ка, дальше у тебя там есть. Быстро, быстро. Я что-то им отстрелил, по-моему. Воу-воу-воу-воу-воу.
патрончики. Так, а что тут у тебя, говоришь, мужичок, был? Было. Хлам. Как всегда. Патрончики. Что тут, водка? Водка. А, ну да, лодка. Это стрелы, блин. Лодка-то она лодка, только мне на ней не дадут поплавать, а так нормально все. Шмотки. Лагерь, что ли, типа? Ладно, пошли, мы еще там не долутали этого. Что это? Надо подняться, посмотреть. Дробак. Дробак, в смысле дробаш. Где-то я поднимусь или нет? Или поднимусь? Ну-ну-ну. Ну, это... Так. Магнитофон. Возьму. Опа. Ружьишко. Что дали? Фигню какую-то очередную, да? Да, еще и качество никакое. На разборку пойдет. Так, ой, я пройти не могу, я застрял, не нормально. Может эту метку убрать с карты? Да блин. Спасибо. Ну что ж, берем мотоцикл, доедем куда? Ну там. Я что-то отслеживаю, подожди. Вот это попробуем сейчас. Топливо еще 96-95%. Так тает очень быстро. 60 километров сейчас нормально. Классно. Ехали, наверное. Собачки, собачки. Еще собачки. Так, попробовать снять аккуратненько. О, а там большие роботы. Ты куда смотрел? Беги вон туда. Надо пробежаться. Ой-ой-ой-ой, беги. Ну давай, шевелись жопой. Закрывай. Так, сейчас тут вот... я вовремя отошел. Ну, двери вроде не ломает уже, хорошо. Так, что тут пропустил? Нет, не пропустил. Это я выкидывал. А что там было? Это они меня выкуривают, да? А, во-во-во.
Дробовик. Бери дробаш. Тихо. Блин, ты его... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а газ меня косит конкретно. Лечимся. Еще одна. Пока хватит. Надо мелочь поубивать. В морду. Собака забежала. Бегает вокруг да около. Так, тихо-тихо. Давай, 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 сюда, сюда, дружок, бей. Собака. Ты хоть будешь попадать сегодня куда-нибудь? Ой-ой-ой-ой. Выкуривает, зараза. Газом. Патроны, патроны, патроны. Это можно. Вот так, один минус. Это могу забрать? Косаемся. Да сколько вас тут? Еще один минус. Отлично. Все-таки я ни в одного этого уже стрелял все время. Дай-ка подлечимся. Раз. Еще один. И... А что у меня там по патронам есть? Ну-ка на N. Это какие? Дробь. Давай дроби побьем. Твою мать, что ты тут дёргаешься? Спасибо за патрончики, так что еще есть. Это у нас пуля. Не-не, пулю мне пока придержи. Давай картечь. Вот дробь давай. Не, много? Относительно много. Ладно, пистолет еще больше патронов, да? Тут лег так неудобно. А? Да, пистолетик пу-пу-пу-пу делает очень. Ты не можешь прострелить свою щелочку. Ой-ой-ой-ой, ни хрена себе. Ага, это работает в две стороны. Давай, 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 лечись. Почти не. Почти помер. Тихо ты. Сейчас аптечек сожру очень много. Пушку можно отбить ему? Сомневаюсь, но попробовать можно.
ладно, сработало. У него что-то отпало. Был уничтожен игроком. Шо? Он не очень умный, но да ладно. Коленочку ему постреляем. Я думаю, вообще не важно, куда ему стрелять там. Сколько потолось, потом уже совсем кот наплакал. Некоторые части вообще не реагируют на выстрелы. Схем для одежды. О. Так, а что это у нас тут? Глушитель. Берем, короче, все. Все, что дают. Но. Патрончики. Так, собака эту облутал вроде бы. Что-то там надавали, интересно, каких-то предметов. Вот это оружие, конечно, вообще никакое. А какой калибр? Так, 270. Патрон 234. Так это еще другой калибр. У меня есть он что-то? Не знаю. Наверное, есть. Я там разные всякие собирал патроны. Тачка. Где-то я моток там кинул свой. Черти где. Так, все ли я тут облутал? Бля, ни хрена себе пушка. Еще и патроны целая куча. Можно было бы и... Ага, понятно. У тебя вопрос, в смысле ответ на вопрос, что-то исчезло. Так, пошли посмотрим, что они там охраняли. Блин, я опять спалился. Правда, еще не до конца. Не вижу, правда, кто. Собачки, наверное, да? А, нет, дрон. Чё-то я никого не вижу. Ага. Вижу. Это кто-то большой? Это кто-то большой? Иди, твою мать, это большой робот. Да лечись давай, беги. Газ. Давай, давай, жопу шевели, шевели. Тут вроде нормально получалось. Я. Может поближе? Ага. Еще и собачка. Так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Вот эту. На какую-то кнопку поставим. Так, давай-давай-давай. Ячейку. Что-то... Вот сюда давай. Какая там кнопка была, фиг её знает. А, во. Все равно ничего нету. У меня такого оружия, в смысле, таких патронов нету. И переключиться не ожидается. Ну давай посмотрим, как она работает. Может, она мощная? Подожди, что там по урону-то? Я так и не посмотрел. О, так у нее урон хороший. Ну нет. Она поменьше этого, но получше, чем СВД, да? Да. Где этот робот? На тебе. Тихо ты. О, щелочка. Так, тихо там дергаешься. Да ты серьезно, косой еще. Да, блин.
Сколько здесь? 119. Не маш, тюлень. Может поближе, во-во. Да блин, патроны мало. Кончается все очень быстро. Сейчас я напихаем. Мало патронов совсем. 5 штук только. Ну ты упадешь когда-нибудь или нет? Бля, вообще не попал. Конечность. Может там не слабые места. Ноги. Надо было просканировать, куда им стрелять лучше. Кстати. А как? Бинокля, наверное. Дробовик, наверное, лучше. Еще не заряжена, блин. Сейчас, дружок, и для тебя найдет. Так, где он? А, блин, ты читер. Залез в эту херню и спрятался там. Так, это все старые друзья. Вот это поворот. Оу, колбасится провода. Я вообще за мотоцикл возвращался. Тут еще, может, там еще роботы есть, блин. Так, ну так внешне вроде бы никого там нет уже. Еще ничего не буду. Присядь-ка. Ты косой. Зоркий глаз. Уровень первый. Да какой начался уже все? Как начался, так и закончился. Можно слезть? Спасибо. Так, берем все, что берется. Танчики у нас поджаренные. Хотя как они их могли танки подбить, если у них только пукалки эти. Хотя нет, у этих больших роботов совсем не пукалки были. Ты можно тут открыть у тебя, не? Там солдатик сидит. О, топливо есть. Патрончики, давай. Ничего. Блин, хрень всякая. Ну ладно, вот это я возьму, конечно. И нитки. Это мне не надо. Так, еще один прицел. Тоже хренового качества. Ну, возьму, может его разобрать можно. Вообще надо было взять все. Так, вот только здесь нитки. Дверь можно и закрыть. Че это? Поломная рация. И все, тут ни пушки нету, ничего, блин. Спрашивается, вообще сюда приперся. Так, ладно. Так, вот еще что есть, неизвестное укрытие.
Ну а чё бы и нет, мы тут... Вот это вот надо точки пойти. Ну это мы потом. Ну-ка, поехали туда. Ну так немножко пострадал, но чё страшного. Ой. Давай, давай. Жми. Ой-ой-ой-ой. Ну. I was thinking about what the machines are building. Do you think it's some kind of weapon or something? Could be a weapon. Could be a secure base for them. Who knows? We don't even know who's controlling them, let alone their motives. Maybe this building business will show us what they're planning, though, when we find out what it is. True enough. We will get to know our enemy better. That's always good. Так, тут мотоцикл вызывать. Робот где-то. Пока тут схоронимся. Так, что это у нас тут? О, отлично. Я могу что-то скрафтить здесь или нет? Что-то я там еще поднял. Предмет. Один из одного. То есть нашел, короче. Так, ну-ка, что у нас тут есть еще повкуснее? Пять, ну, у меня, кстати, может взять с собой. Блин, у меня столько оружия, нахрена мне столько выкинь это пока сюда. Давай этот 5.56, короче. Тут здесь гранатомет. Ох, она мощная. Какой патрон? 7.62. О, а так может... Она зарядка, блин. На одну мощность. СВД, походу, тебе пора отчалить. Снять. Чё это? А, ты прицепила. Надо наоборот снять. Глушитель. Это снять. Уже используется. Так, вот здесь что-то не то. Да бляха. А для чего это фигня? Так, а тепловизор, серьезно? А как переключиться на тепловизор? На что нажимать? Не пишется. Блин, не знаю. Надо будет в настройках посмотреть. Надо все снять. Если того, чтобы установить, я взял все еще новый, налепил. Прицел. Вот это поставлю, стандартный. Во. Магазина нет. Вот эту сними. Можно снять. Во, по умолчанию. Так, глушитель. По умолчанию. Оптику тоже туда же по умолчанию. Во. Ну-ка, давай-ка сюда, и оп. Мосинку давай сюда. Так, мосинку ставим на двоечку. Да, болтовка, конечно, ну да ладно. Зато у меня мощность здоровенная. Мощнее, чем все. Скорострелец, понятное дело, никакая. Так, значит, ставим глушитель. Угу, прицел этот хороший. И... Инфракрасный, ну давай. Ладно. Пойдет, попробуем его. Надо, кстати, вернуться на то поле. Что-то тут есть. Давай вернемся на то поле сейчас и попробуем этих поубивать, которые там за мной гнались.
Заодно проверим винтовку, насколько она мощная. Где они там? Ну, где-то они на поле были. Потом переместились куда-то. Возможно, вернулись обратно, возможно, нет. Так. Это надо сломать, эту фигню. А где же собаки делись? Чё это? Ничего. Так, вижу собак. Вон там за деревом ходит. Блин, это серьезно в камень выстрелил? Источник сигнала мы сейчас разнесем. Во-во-во. Не двигайся. Да друг. Трусятся руки. Перезаряжайся. Поп-поп-поп-поп-поп. А откуда? Можно встать. Угу. Тихо. Да ну блин. Ты по камням стреляешь. Промахнулся. Попал. Еще раз зарядись. Пришел уже. Дробовик возьмешь сегодня наконец-таки? Где он там? Где он делся? Че ты пиштаешь? Тихо ты. Тоже дробовик есть. Ой. Нормально. Даже здоровье не потратил практически вообще. Где-то тут бежал, бежал, но не добежал. Где он? Где-то ж на меня он бежал. А, вот он. Так, сигнал надо уничтожить. На баллон с собой есть, интересно, или нет? Наверное, нету ни одного. Или есть баллоны? Бензин есть. Бензин жалко. Походу нет баллона, да? А вот что есть. Малотопливный элемент. Куда тебе можно посетить ячейку? Ладно, патронами добьем. Кстати, я не туда стрелял, блин. Ну, ладно. Надо вот сюда, на верхнюю часть стрелять. Все, сигнал исчез. О, очко навыка. Спасибо. Так, ну окей. Где ты там говоришь взлом? Где ты здесь взлом? Это что у нас? Меткость броска. А где взлом? Сбор информации. Химия. Подожди, а где что-то взлом? Лекарь. Опытный партизан, это все не то. Стрельба на губ, броня. О, броня было бы неплохо, конечно. Уровень брони. Стреляй без разбора. Важен каждый выстрел. Колебания оружия. Отдача оружия. Точность серьезно. А где?
Устойчивость, скорость, пытливый ум. А где собиратель? Так. Во, взломщик. Надо сначала вот это открыть, да? Да, вот он, взломщик. Но у меня нет. Надо будет обязательно взять. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.